Спорт и традиции. В минувшую субботу в Иванове прошел масштабный праздник «Ситцевая верста». В текстильной столице мероприятие проводят уже 8-й раз. По словам организаторов, с каждым годом верста собирает все больше и больше людей, как из нашей области, так и из соседних регионов. Я думаю, что у каждого города есть свой фирменный праздник, которым любое городское образование может гордиться. Вот таким праздником для города Иваново является Ситцевая верста. Этот праздник на новой площадке в этом году. Мы выбрали для этого сквер мастеров и недавно восстановленную площадку около памятника Фрунзе. Жителям и гостям города предложили принять участие в спортивных и творческих конкурсах. Кроме того, можно было попробовать свои силы в народных забавах, прогуляться по ярмарке и насладиться выступлениями творческих коллективов. В этот раз Ситцевая верста собрала более 600 спортсменов и просто активных людей. Больше у нас в области не проходит таких соревнований. Соревнуются детские сады на полосе препятствий. Это туристы из города Ситца. Есть народные забавы. Вот они, самые маленькие участники. Малыши из разных дошкольных учреждений соревнуются на полосе препятствий. Команда 184-го Ивановского сада с поистине спортивным упорством слаженно преодолевает площадку. Родители и воспитатели активно за них болеют. Взрослые рассказывают, детей к этим важным состязаниям долго тренировали. Есть сложные места, там, где надо работать группой, сцепившись за руки, пройти через кольца. Потом, значит, есть очень сложный индийский мостик, где надо по бревнышку, по тоненькому за веревочку держась пройти. Результаты у нас хорошие. Дети наши пробежали очень быстро. Молодцы, дети нас порадовали. И меня, и родителей. Для спортивных семей забег. Мама и папа с детьми на время преодолевают расстояние в четверть версты, чуть меньше 300 метров. Главное правило – финишировать, держать за руки. Удается это не всегда, но стараются все. Мы первый раз участвуем в подобном мероприятии, в таком забеге. Очень рада, что город проводит все чаще и чаще такие мероприятия. В общем, нам понравилось. Ситцевая верста – уникальное событие, удачно сочетающее в себе старинные русские традиции и современные спортивные состязания. Организаторы уверены, праздник уже стал визитной карточкой региона. Мария Попова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.